Рад видеть вас на канале Device. Сегодня у нас на обзоре монитор BenQ GW2475H. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий. В описании оставлю ссылки на этот монитор. Подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и девайсах к ним. Итак, начнем. Монитор BenQ GW2475H является образцом элегантного продукта высочайшего качества. Он никак не может остаться незамеченным. Первоклассное исполнение корпуса, блестящее черное покрытие, ультратонкая рамка экрана – все это привлекает внимание и прекрасно дополняет любой современный интерьер офиса или квартиры. Технология IPS обеспечивает одинаковую цветопередачу при просмотре изображения под любым углом. Широкие горизонтальные и вертикальные угол обзора 178 градусов обеспечивает единообразие изображения при просмотре из любой точки помещения, независимо от расположения пользователей по отношению к экрану. В 24-дюймовом мониторе BenQ применяется IPS-матрица с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Минимальное время отклика составляет 5 миллисекунд. Соотношение сторон ЖК панели составляет 16 на 9, разрядность матрицы 8 бит. Эксклюзивные технологии защиты зрения BenQ снижают степень утомляемости глаз, обеспечивая пользователям максимальный комфорт, повышение производительности и безопасность труда на рабочем месте, даже при длительном использовании монитора. Фирменная технология уменьшения синего света BenQ блокирует вредный синий диапазон видимого излучения и эффективно защищает глаза от усталости и раздражения. Эксклюзивная технология устранения мерцания BenQ нейтрализует вредное мерцание, характерное для обычных ЖК экранов, предотвращая нагрузку на глаза. Передовая интеллектуальная технология эффективно дополняет эксклюзивную технологию защиты зрения BenQ IKEA, а также технологии уменьшения синего света и устранения мерцания. В совокупности они обеспечивают еще больший зрительный комфорт даже при длительном просмотре и гарантируют различимость самых мелких деталей изображения при любом освещении. Мониторы BenQ с технологией защиты зрения IKEA сертифицированы экспертной организацией TÜV Rheinland, мировым лидером в области сертификации, в том числе на соответствие техническим требованиям и стандартам техники безопасности, что научно подтверждает положительное воздействие технологии устранения мерцания и технологии с низким излучением синего света на человеческое зрение. Компания BenQ – первый в мире бренд, оснащающий 100% своих мониторов специальной технологией защиты зрения, призванной обеспечивать здоровье глаз для максимального зрительного комфорта и удовольствия от просмотра. Дизайн монитора BenQ с ультратонкой рамкой и скрытой кабельной панелью сочетает в себе эстетику и лаконичность. Эффектный дизайн монитора с ультратонкой рамкой и утонченным профилем прекрасно дополнит любой современный интерьер. Особая фактурная поверхность корпуса препятствует образованию мелких царапин и обеспечивает роскошный внешний вид. Изящная опора монитора без лишних деталей сочетает максимальную функциональность и лаконичный дизайн. Скрытая кабельная панель обеспечивает удобное размещение соединительных кабелей внутри опоры монитора для аккуратного внешнего вида. Элементы управления находятся на нижней грани монитора и включают в себя 6 удобных кнопок для навигации по экранному меню. Подставка монитора позволяет настраивать угол наклона. Также поддерживается крепление на стену с помощью веса совместимых кронштейнов. Low Blue Light – технология с низким излучением синего света. Компания BenQ – первый в мире бренд, оснащающий 100% своих мониторов специальной технологией защиты зрения, призванной обеспечивать здоровье глаз для максимального зрительного комфорта и удовольствия от просмотра. Технология устранения мерцания Flicker Free позволяет полностью избавиться от мерцания благодаря источнику постоянной светодиодной подсветки. Подсветка монитора создает равномерный поток, благодаря которому глаза не ощущают переключения изображения. AMA – Advanced Motion Acceleration. Эта технология контролирует время отклика монитора. Вы можете сами выбрать время отклика в экранном меню вашего монитора. На задней панели расположены разъемы: 2 HDMI версии 1.4, 1 D-sub VGA, один выход для аудио и наушников 3,5 мм. Новейшая высокоскоростная передача аудио-видео данных HDMI позволяет наслаждаться цифровыми развлечениями с современных девайсов. В мониторе используется встроенный блок питания, максимальная потребляемая мощность 25 Вт. Я внимательно изучил отзывы покупателей в разных источниках и могу выделить основные моменты. Пользователям не нравятся. Засветы. Управление меню. Яркий светодиод питания. А вот что покупатели оценили больше всего. Отличное изображение. Узкие рамки. Дизайн. 75 Гц в разгоне. Глаза не устают. Качественная сборка. Удобная подставка. Кабель VGA в комплекте. Если вы уже обладаете данным монитором, то в комментарии напишите нам свой отзыв о нем. А в описании напоминаю, что оставил ссылки на лучшие цены этого монитора. Спасибо вам, что посмотрели до конца наше видео, очень надеюсь, что оно вам понравилось. Буду рад, если поставите палец вверх, подпишитесь на наш канал и напишите комментарий. С вами был канал Девайс, скоро увидимся!